сегодня всесветная акция, и мы присоединяемся, громадская организация «Крымские татары Волыни», и все небезразличные к этой акции. Сегодня нужно, чтобы увидели и власти, и общественность, мировые лидеры, какой беспредел и репрессии творятся в Крыму. В частности, по отношению Ильми Умерова уже применяется психиатрическая такая в худших традициях НКВД советского режима. Об этом нужно кричать, говорить, чтобы увидели во всем мире вся общественность. Де юре по законам самой России, по ее конституции и по федеральному законодательству России Крым не является территорией России. Ильми Умеров сейчас общается, его родственники, ну как-то так. Ну, адвокат Марк Фейгин, я так понимаю, там занимается этим делом. Обещали вроде бы как его выпустить к 7 сентября, да, но не знаем, будет выпущено или не будет. Весь мир уже начинает давить на Россию, чтобы отпустили Ильми Умерова. Это замглавы нашего Меджлиса, да, который находится, он не уехал оттуда. Человек очень больной, у него сахарный диабет. У него Панкерсона, болезнь третьей степени, по-моему. Вот. Вот не давали ему ни лекарств, ничего там. У него состояние здоровья его очень сильно ухудшилось, лежа в психиатрической больнице. Да? Были у него дети, внуки, но все это было через решетку. Никто их не пустил туда. Издевается над нашими политзаключенными, да, считается. Не только Ильми Умеров, там есть еще такие, как Ахтем Чайгоз, да, там, ну, как у Кольченко же вы тоже знаете, да. Ну, много наших, много крымчан, которые страдают от этого российского ига. Крым – это акция, получается.